Выпала всего пара сантиметров, но это придало концу марта снежных красок. Многие назвали такой сюрприз от природы предпервоапрельской шуткой. Ну вот не думали, что будем откапывать от снега машину в конце марта. Ночью температура опускалась в некоторых районах Сочи ниже нуля, а утром держалась от плюс 1 до плюс 3 градусов. И уже к 9 утра снег растаял.